Ученые утверждают, что предками современных птиц были динозавры, и китоглав – яркое тому подтверждение. В нем мало от общепринятых стандартов красоты, но есть что-то притягательное, что-то доисторическое. Особенно выдающийся клюв, который ему нужен для охоты на скользкую африканскую рыбу. Китоглав может часами стоять и пялиться в одну точку, высматривая себе обед. Прямо как тот тип впереди тебя на кассе в фастфуде. В этом ему помогает расположение глаз в передней части черепа, что редкость для птиц. Эти здоровяки довольно флегматичны, но дружелюбны к человеку. Китоглав может поклониться вам и издать глухой звук. Таким образом, они выражают симпатию. Несмотря на недовольную физиономию, китоглаву не чуждо желание контактировать с человеком. И напоследок, вот так китоглав чихает.